Вот сейчас будем ТДТ мариновать. Нерка замороженная, но она дикая. Вот смотрите, вот такое мясо. Видно хорошо, да? Освещение все отлично, да? Вот Марина Алексеевна снимает видео. Вот сейчас мы будем делать следующее. По хребту, вот здесь по хребту, разрежем ее и все. Следующее действие. По хребту разрезаем. Ты не хочешь тот нож свой взять? А? Тот нож не хочешь взять? Филейный? Да. Нет. Да нет, не хочу. Вот нож Трамонтино фирмы. Вот мы сейчас по хребту спокойно разрезаем. Вот. Смотрите, как получается вот по хребтине разрез. Шикарно. Вот. И дальше смотрим, как тут. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Смотрите, вот. Все. Стейк. Вот тут даже нету чего. Видно хорошо? Отлично. Вот, смотрите. Вот. Один стык. Теперь срезаем отсюда вот этот жир, так называемый, эту, вот так вот, смотрите. Вот, вместе с плавником. Это на уху пойдет. Вот хорошая уха будет. Или котам мы не даем это. Слишком жирно будет им. Вот это теша, или как ее там, я не знаю. Такая штучка. Сейчас я ее кастрюльку маленькую. Вот кастрюлька вот здесь. Вот мы кастрюльку это делаем. И здесь, смотрите, вот срезается. Видно, что здесь плавник. Смотрите, вот эта часть. Вот срезается плавник. Спокойно. Тоже идет на уху. Потому что все это очень жир, это омега-3. Здесь, значит, вот у нас идет. Я вам скажу, что идет здесь косточка. Вот ребрышки. Мы тоже ее срезаем спокойно. Вот вытаскиваем вот так вот. Очищаем и все. Молчки, так сказать. Ну вот она, как косточки. Ну, можно брать пинцет, но я пока пинцет не беру, потому что. Все. Значит, здесь есть небольшие вот хребетики. Мы их трогать не будем, в принципе. Можно, конечно. И нет, надо повытаскивать. Повытаскивать. А где пинцет? Вот у нас пинцет обыкновенный, медицинский. Вот такие вот. Вот они. Их тут много, поэтому пока выключу. Теперь вот следующий хребет прям срезать. Вот, срезается хребет. Вот. Сейчас как бы поудобнее. Для, чтоб... Вот так вот. Это тоже на уху идет все. Да, завтра же я так и собиралась уху. Вот, Марина Алексеевна будет ухворить. Ну так, к сожалению, все это срезается кусок. Вот так вот. Все. Да, вот. Кастрюльку. А? Кастрюльку. Кастрюльку от хребтида с мясом. Тут такая уха получится, серьезно говорю. Вот. Можешь показать там, что она. Вот, и вот здесь, да, вот уха, это на уху. А вот это, смотрите, сейчас я покажу. Срезается тоже вот эти ребра, вот они, ты показываешь ребра? Да, конечно. Ну, вот это, вот она видно, кромка, пузанина. И вот это вот, смотрите, чтобы, как говорится, ребра не вытаскивать, это не протаскивать, они не нужны тут. Тоненько вот так вот. Тонюсенько под ребра вот так вот кусочек берем и срезаем ребра. Как уж там получится, у меня не знаю. Но это пузо, поэтому вот.
Ну, засрезается вот так вот. Раз. Вот так вот. Хоп. И спокойно вот так обрезается, и все. Вот. То есть получается еще филешка уже такая. Вот уха. Не, не показал, да, показал. А? Покажи, она не попала. Вот она. Вот она была. Вот так вот. Ребра сверху. Вот эту часть под ребра зарезаете. Вот она тоненьким слоем. А здесь пузанина вот эта. Жир самый, омега-3, вот это так называемое. Вот, все. Здесь так вот проверяем. Здесь ребер нету, косточек нету. Если они есть, то совсем маленькие. Сейчас я их поудаляю. Вот они. Сейчас я покажу. Вот они, смотрите. То есть это... Ну вот они, иногда остаются вот ребрышки. Их обязательно пинцетом. Ну и здесь вот немножко. Вот такие косточки. Тоненькие тоже надо иногда. Так вот пальцами берете. И все. Марина Алексеевна снимает. Ну тут они есть, они промаринуются. По большому счету, когда нарезать будете, они там особо. Они, конечно, есть вот тут, но. Вот еще тут. Они присутствуют, конечно, тут. Есть. Ну их, блядь. Так особо и не вытащить. Они внутри, это те прожильные. Внутри. Мясо. Дикая нерка, что ж хотите. Так вот их особо. Не буду я сильно там и вот это вот изгаляться тут ковырять. Есть это немножко, но это не страшно. Он их тут еще и не достать, так чтобы. Вон они, ну зачем? Не буду я делать это, вон они вырывают, смотри. Все. Вот так вот маринуется на бутерброды. Все, сейчас я, подожди, уберу. Все, Марина Алексеевна сейчас вот подвигает. Следующая функция, сейчас я уберу, ага. Вот. Значит, сейчас я руки, а ну-ка, прыгни. Дай-ка этот кусочек, нет, ага. Да, я сам теперь. Все, сейчас мы спокойно вытрем. Смотрите, сейчас... А вон клиенты сидят. Клиенты сидят, да, сейчас только оставь тут. О, только оставь. Соль и сахар. Значит, у нас классическая... Солянка вот эту мы берем сюда, обыкновенную чашку вот такую, и соли, ну вот сейчас, соли берем ложку деревянную, вот такую, смотрите, дедушкину, Ленину, ложка, соль обыкновенная, вот берем одна ложка, смотрите, и я думаю даже еще одна вот так снизу, не с горка, все, теперь сахар. Сахар одну ложку. Вот, вот сахар. Может там что-то был еще остаток. Ну ладно, открывай. Да не надо, есть остаток где-нибудь. Не знаю. Ну все, открывай. Вот сейчас мы сахарку откроем. Просто сахар не едим, поэтому. Да, у нас сахар не. Нам сахар мы только деду покупали, Царство Небесное. Это вот сколько? 9 дней скоро. Завтра. Завтра. Вот, смотрите, обыкновенный сахар. Ложка не сладкая. Вот вот такую ложечку. Все. Видно, да, вот. Все, и перемешиваем. Все. Две ложки и одна ложка. Одна треть сахара. Вот, смотрите, что водка делает. Вот беленькая водка неспроста. Это рецепт одного ресторана в Казани, татарин. В ютубе у меня закладка есть. И вот это я так смотрел, как он делал. Значит, укроп тут еще есть. Укроп убивает вот эти все рыбные, кому не нравится. Это специфичный запах такой укроп. Значит, смотрите, можем натереть вот так. Вот мы натираем шкуру. Шкуру Марина Алексеевна чистила. То есть вот так, смотрите. Вот. Начистим. Раз. Теперь следующее. Ничего особенного нет. Ложка, вот, еще. То есть вот это... Много на это. Рыба много не берет.
Вот, смотрите, вот так вот. Раз, раз, раз. Все, тем более это не огромная рыба. Все, положили. Теперь поехали. Вот, смотрите. Прямо вот. Там, где побольше, мы вот мясо. Тут немножко побольше. Вот, 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 побольше, побольше. Тут поменьше чуть-чуть, потому что там тоньше. Ну вот, смотрите, вот так вот. Еще. Без всяких лимонов, без всяких специй. Мы никогда ни перца никакого не кладем. Еще здесь вот немного. Все, ребят. Вот это просол. Все, никаких больше. Вот, смотрите. Теперь берем укроп. Вот, не надо его ничего с ним делать. Вот, просто укладываем укроп веточки вот так. Вот, и сейчас я покажу, как делается еще и удочка. Вот так. Вот одного пучочка. Я думаю, что достаточно. Вот. Вот, смотрите, это завтра нашим Вите и Ксюше. Чтобы они покушали. Домой увезут. Вот, смотрите, теперь берем водки. Здесь 100 грамм. Тут чуть-чуть водки надо. То есть, тут мне еще 50 грамм можно будет выпить, Марина Алексеевна. Ну, шучу. Вот, смотрите, то есть... Вот, побрызгали. Не знаю, водка обязательно. Сильно много не надо. Ну, вот, вот так, смотрите. Вот, смотрите, сколько водки выбрызнул. Грамм 30. Грамм 30, наверное. Так. Ну, может, 40. Все, водка беленькая. Вот так. Вот так. Видео. Сейчас покажу. Вот такая рыбка получилась. Вот 8 минут 50. Вот наш оператор. Скажи детям, здрасте. Вот оператор делает видео. Сейчас. Все, спасибо за внимание. Кушайте на здоровье. Это значит нерка, дикая нерка по 680 рублей. Семга, то есть дикая семга. По 680 рублей. Мороженое у нас очень все четкое. Все, спасибо.